Ты должна кое-что сделать. Итан. Итан? Итан? Эй, тихо, я знаю, я тебя не трону. Да будь моя воля, никогда бы и не тронул. О чем ты? Я не убийца, сынок. Маргарет тоже. И мой сын Лукас. И даже Зои. Это все Эвелина. Она виновата. Да кто она такая? Что она с вами сделала? Она заразила нас своим даром. Так она его называет. Я нашел ее у разбитого танкера. Тогда все и началось. Она вас заразила и подчинила себе? Нет. Не совсем так, сынок. Она проникает в твой разум, твою душу. И ты бессилен. Ты с ней одно целое. И не можешь подавить стремление. После этого ты совсем другой человек. Прямо как Мия. Значит, Мия связалась со мной из-за Эвелины. Слушай, этой девочке просто нужна семья. На ней все завязано. Смекаешь? Найди ее и останови. Итан, спаси мою семью. Прошу. Эвелина, не трогай его. Почему? Он же тебя не любит. А я его заставлю. Не надо. Не трожь его. Глупенькая, я же сказала, что ему не будет больно. Не смей. Или что? Ты мне не мамочка. Помнишь? Мия, Мия, как? У нас мало времени. Выберись отсюда и найди ее. Вот, возьми. Что? Стой, стой, что ты делаешь? Что ты делаешь? Спасаю тебя. Уходи. Я не смогу долго ей сопротивляться. Нет. А теперь иди и убей эту сучку. Нет, нет. Мия! Нет! Ну, сучка мелкая, где ты, блядь?